мрачной тьме далекого будущего есть только война. Для чести и святой памяти единственной битвы гибнет сотни настоящих героев в одиночестве, незамеченные и забытые. Даже такие понятия, как добро, сострадание или милосердие, пали жертвой этой бесконечной войны и всех тех ужасов, что таит в себе галактика. Империум окружен врагами со всех сторон, врагами внешними, врагами внутренними и врагами потусторонними. Я лорд-инквизитор Серафаил, и я научу вас, как с ними бороться. Присоединяйтесь к рядам акалитов Инквизиции и регулярно посещайте мои лекции. Распространяйте копии этого обращения среди персонала с соответствующим уровнем доступа. И помните, потери приемлемы, поражения нет.